Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Call of Duty 4. Итак, мы только что спасли одного пленного. Но это всего лишь мелочи. У нас еще много миссий впереди. Куча приключений. Разведка сообщает, что Аль-Асад, возможно, находится в одном из зданий западного района города. Мы окружим их и возьмем Аль-Асада. Всем ясно? Приготовиться! Что ж, я могу сказать, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и оставайтесь со мной. Вас поняла, стрелок 6-4. Будем смотреть видео дальше. На этот раз у нас бой проходит под группу Арктида. Да, каждый бой у меня сопровождается музыкой, но вы ее не услышите, так как это авторские права. Поэтому, но под них, послушайте, под них действительно хорошо воевать. Под эту музыку. 5 секунд. Давайте. Пойдем. О, не успел. Он нужное здание. Ходим через левую дверь. На позиции. Подождите. Не спешите вы так. Вот я бы тоже бы сюда бы к вам пристроился. Куда я должен идти? Ой, я не хочу. Ё-моё. Давай. Взрывай! Пошли! Джексон, занять позицию. Занял. Ой-о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 й
Такс. Давайте-ка на винтовочку поменяем. Правильно. Потому что автомат у нас есть. Его можно будет менять в случае чего. Да все уже тут. Все окей на. Так, куда бежим? Стань чисто! Алясада нет! Прием! Вас понял, центр! Конец связи! Всем быть начеку! Мне только что сообщили, что что-то я не понимаю. Ой-ой-ой, как мы криво бегаем. Отсюда. Выдвигаемся пешком. На месте заберем посылку. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. В жизни это гораздо сложнее. Так, куда мы? Тихо, мы в укрытии. Давай. Нам надо продвигаться.
На месте не стоять. Ох, в жизни бы так еще валить бы их. Я имею в виду врагов. Так, давайте переждем, маленько восстановим дыхалку. Ой-ой-ой, куда-то я не туда свернул, да? Подождите, так тут ни хрена нету, я только что оттуда. Вижу здание! Телевизионная станция заблокирована и окружена, сэр. Отлично, занять позицию на прорыв. Занял. Давай. Я готов. Ой-ой-ой-ой. Давай. Выполнять! Загоним! Загоним! Где еще есть кто? Ничего страшного, ты в бронежилете. Давай. Блин. Если вас идет слишком хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Перейдем. Так, граната. На втором. Смотрим. Так, это мой. На втором этаже. На второй этаж еще подошел. Так что. Все чисто! Наверх! Чисто! Алясад должен быть на втором этаже! Я зачистил-то так-то. Где благодарность, мешок? Ладно. С вами потом поговорим. А вот и наши парни! Так точно! Так точно! Не стрелять! Это свои! Свои. Никаких признаков Алясада, сэр. Хорошо! Танки заходят! Всем быть тючеку!
Так, а что мне надо сделать? Обыскать телестанцию, идти. Ага. Сербер, сила! Мне, значит, не обязательно там стоять. Так. Давайте сюда. Бегу. Кажется, он здесь. Я его слышу. Окей, ну тогда открывай дверь. Да. А вот хрен нас там. Чисто! В комнате чисто, его здесь нет. В эфир пущена запись. Она поставлена на повтор. Да. Кто бы сомневался. У меня все равно есть кое-что получше. Красный Волк. На телестанции чисто. Алясада нет. Передача шла в записи. Прием. Вас понял, центр! Конец связи! Десантники! Слушайте меня! У нас новое задание! Быстро собраться и на выход! Хорошо. Миссия была пройдена, что ж. Сегодня да. После ожесточенного боя силы морской пехоты США ворвались в город, где Алясад занял оборонительную позицию. В столице ведутся ожесточенные бои. Ночное небо озаряется зенитными ракетами и заревом пожаров. Колонна тяжелой техники начала окружение. Повторяю координаты. 527619. Прием. А я напоминаю, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Лейтенант Васкис, берите дробовик. Прием. Вас понял. Группа ВИП в пути. Пусть кабан ждет, мы уже приближаемся. Конец связи. Кабан. Танк из группы Альфа застрял в полкилометре к северу отсюда. Нужно спешить. Пошли. Так. Пистолет надо скинуть. Засада! Так. Да я вроде и так вижу. Джексон, ты и Райсевич наверх. Мы прикроем вход. Выполнять. Не стрелять! Мы на втором этаже! Вас понял. Переносим огонь. Так. За диваном спрятался. Вот козел. Огонь по флангу из пулемета! Джексон, давай к их пулемету! Отрезай путь! Стреляй через стены! Внимание! Отлично! Приближаются к нам. Срочно требуется подкрепление. Вас понял! Выполняю! Давай, куда бежать? Давай. Все чисто. Чисто. Куда бежать-то? Все чисто. Ткните пальцем. Ну давай, падла. Так, ладно.
Куда все бегут? Куда я побегу? Вот так вот, куда все бегут? На переходе! Беспилотный разведчик обнаружил вражеские танки. Рядовой Уэст, поднимайся на крышу и задействуй ствол. Джексон, бери джевелин и садись там. Джексон, хватай джевелин! Подождите вы с джевелинами. Да тихо вы. Хватай джевелин, живо! Джевелин. А где он? Хоть подсветили бы его, что ли? Огонь по технике на другой стороне моста! Живее! Так, где тут? Где? Где? Джексон! Давай на второй этаж и огонь по танкам! Огонь по технике на другой стороне моста! Живее! Ну что, справился с задачей? Под обстрел к северу от перехода! Где вы, черт вас возьми? Мы почти на месте, держись! Так, куда мне? Куда бежать? Защитить танк? Ага. Мы пойдем защищать танк. Раз надо его защитить. Надо, значит надо. С другой стороны перехода. Давай, возвращаемся к нашим. Так, так, так. Вот этот танк вытягивает, когда надо пулемет было какой-нибудь взять. Востока из южного танка! Удерживать позицию! У них взрывчатка! Не дать им приблизиться к танку! Б-6, говорит кабан. Пушка накрылась, но у нас еще остался пулемет. Так. Блин, эта тачка взорвалась. Так, ладно. Эй, 6,
Доложите обстановку, прием! Вы все еще окружены, сэр! Нас осталось четверо! Но там еще на ходу! Прием! Противник с востока и с южного фланга! Нет, спокойно, спокойно! У них взрывчатка! Не дайте им приблизиться к танку! Слышать, говорит кабан, пушка накрылась, но у нас еще остался пулемет! Танку не дать... Это что, это граната у меня? Блин, да, так сложновато будет. Эй, 6, доложите обстановку, прием! Вы все еще окружены, сэр! Нас осталось четверо! Но танк еще на ходу! Прием! Противник с востока и с южного фланга! Удерживать позицию! У них взрывчатка! Не дать им приблизиться к танку! Какую пощупку так со свода стрелять? Это просто такое шумство. Ой, граната. Так, спокойно. Так, надо продержаться, как я понимаю. Так. Нас окружают! Возвращайся к танку! Надо бежать! Бежим! Да! Вот. Да! Вот так вот вам! Да! Так, пулемет у меня есть. Размечтался. Ага, сейчас вы подойдете к мне в танке, конечно. Так. Да тихо вы. Блин, это вообще пипец. Я уверен. Уверен, что... Вы все еще окружены, сэр! Нас осталось четверо! Но там еще... Я помню, как-то я это хреначил это дело. Противник с востока и с южного фланга! Удерживать позицию! У них взрывчатка! Не дать им приблизиться к танку! Слышать, говорит кабан. Накрылась, но у нас еще остался пулемет. Что, сколько-то ждать надо, что ли, или что? Говорит Васкес! Нас окружают! Возвращайся к танку! Так. В6, внимание! К западу от вашей позиции обнаружен противник. ВС, В6! Запрашиваю поддержку с воздуха, прием! Ответ отрицательный, Б-6. Да. К югу от вашей позиции вражеская ЗПУ. Пока вы ее не уничтожите, мы не сможем выслать к вам вертолеты. Ага. Разыщи ЗПУ и нейтрализуй ее, чтобы вызвать поддержку воздуха. Вот он здесь! Прикройте его! Так, выдвигаемся! Очистить западный подступ! Вперед! Так. Куда? Так, очистить. Первое, это где-то вот здесь было. Спокойно. Отлично! У
уходим на безопасное расстояние! Джексон, поддержка с воздуха уже в пути! Им нужны наши точные координаты! Установи инфракрасный маяк! Конец связи! Давай, 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 давай! Да ёж твою мать-то! Давай! Сигнал маяка получен. Приближаемся с северо-востока. Ждите сигнала. Да. Да. Да гасить их тварей надо. Вот так. У-ха-ха! Всех загасили. Ну да, вертолеты, все, как в американских боевиках 90-х годов, в последнюю очередь, когда они нахрен никому никто не нужен, а этот в болоте застрял, что за танк, который в болоте застрял? Херота они там. Высылайте техников, пора вытаскивать этот танк. Вас понял. Ты меня забери. Они уже в пути. Операция выполнена отлично. Конец связи. Ответ! Занять позицию у танка! Вперед! Конечно! На. Внимание! У нас слишком мало времени, чтобы вывести отсюда. Займем позиции у болота. Ну здесь. Что ж. Здесь, на этом, как я понимаю, все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и, конечно, увидимся в следующем видео.